Да, наша Баффи просто зацеловала только что нашу Машу, да? Да, шкода, что мы тебя не засняли. Ну, может, она еще раз сейчас пойдет тебя целовать, как ты думаешь? Не пойдет уже целовать. Сюда, на мене. Баффи, ты так только что целовала Машу красиво. Кофе. Мы хотим тебя заснять. На мене два підтримця. Бафі. Бафі. Мы пытаемся подружить нашего Куки с Бафі. Баффи. Что самое интересное, Баффи хочет дружить с Куки, а Куки как-то что-то отворачивается постоянно. О-о-о. О, все, она целует нашу Машу. Баффи целует Машу. Він уже ко мне закохався. Красавица ты наша, такая хорошая девочка. А я что, не красивая? Ну и ты красивая. Сережками. Кажется, ей сережки купить. И посмотрим, как она будет плакать. Сейчас она, по-моему, опять поцелует. Ты у нас теперь вся в животных лежишь, и все по тебе животные прыгают. Вона опять мене. О, Боже, як ми... Мне Залізай. интересно, они подружатся, как ты думаешь, друг с другом? Да, мне да. У них классная дружба на Маше. Смешная у них такая дружба на Маше. Ладно, мне никого не уронить. Ну, постарайся. Ой, Куки что-то полез на падение. Спасите меня. Нажмите красную кнопку скорее. Значит, они меня тут съедят. Ну, я не думаю, что такие два маленьких животных съедят такую большую Машу. Я такая, вы издеваетесь? А вы такие. Вот эти два маленьких животных вот такие. У меня еще годика нема. У меня ноль годиков. А им сколько? 50. Баффи, тебе что, 50 лет? Нет, Баффи тоже один годик. Сломайко. Там 100. А мне кажется, Куки наш пытается разговаривать с Баффи. По-моему, они только что тоже обнимались. Да. У нас такое знакомство на Маше. Мое ухо. Ну что? Баффи. Что, пытался тебя съесть только что? Там сиушки. Ай, как больно. Да, наши Маши только-только прокололи ушки. Ось. Да, все вот посмотрите, какие Маши красивые сережки. Тятельки покололи. Ну, что они там творят? Какает. Прям на тебя какает. Да. Давайте сейчас посмотрим. Не накакал. Не накакал. Даже у тебя такой воротник из крови. Будет Баффи поцеловать. Ну, не надо. Надо. Я думаю, меня уже 100 раз поцеловал. Пускай он сам тебя полюбит. Куки обиделся, видишь, что ты Баффи целуешь, сам к тебе приполз. Типа, Маша, ты что? Не обижайся, Куки. Это мой питомец. Дело в том, что... Он может со мной быть что угодно. Дело в том, что Куки, Маша наша выбрала, видишь, кролика. Но это не значит, что она тебя не любит. Просто кролик Баффи ее новый питомец.
А ты наш любимчик все равно. Смотри, как он ее отгоняет. Типа, нет, меня, я с тобой. Нет, такая мама, ревна... мама, ревность мама, такая мама. у них. Куки, не расстраивайся. Мы все равно тебя любим, не расстраивайся. Да, мы так с пустотой дрием. Это она просто балуется. Я собой двух люблю. Только его набился. Ничего, я думаю, что они у нас со временем подружатся. Им хоть и вместе Не, жить я нельзя, зайчик, он... но гулять они вместе и могут с тобой и друг с другом, правда? Я моя Баффи, и я его наибольше люблю. Но мама насильница. Куки так разговаривает много, видишь? Да, много отхает. Ты на кого на накакал хоть? На накакал? Кажется, уже их классы. Я тоже думаю, они чуть-чуть поиграли с тобой. Давай нашим зрителям скажем пока-пока. Пока-пока. Не забывайте нам ставить лайки, подписываться на наш канал. Так что вам понравилось Хомка. И Баффи, любимчик мой Баффи. Всем пока-пока. А вы обязательно смотрите другие наши видео, которые сейчас покажутся на экране.